Всем привет, друзья! С вами снова Лавка Удовольствий, я Александр Манек. И сегодня я хочу вам рассказать о такой монете, как 1 гривна 95 года. Друзья, значит, прежде всего хочу сказать, что монета дорогая. Минимальная ее цена от 250 гривен и выше. Данная монета, которую вы видите на своих экранах, была продана мной на аукционе за 650 гривен. То есть неплохой заработок. Сейчас я вам расскажу, какие есть нюансы у этой монеты. Друзья, итак, прежде всего, когда я беру в руки 1 гривну 95 года, я не буду вас заставлять мерить нумизматической линейкой все тонкости. Хочу вам сказать следующее. Я сразу смотрю на гурт данной монеты, на ее год. Если я вижу, что год 95, соответственно, ее цена ориентировочно 500, 600, может быть 1000, в зависимости от ее состояния. Но, друзья, существует у гривны 95 года такой гурт, на котором изображена цифра не 95, а 96. Такая монета на несколько тысяч гривен подлетает в цене моментально. Я такие монеты покупаю с удовольствием. Вы видите сейчас номер моего вайбера. Присылайте мне качественное фото ваших монет. Я готов купить их, оценить. Друзья, также существует у гривны 95 года гурт гладкий. Его цена также по каталогу Коломийца в районе 200 долларов и выше. Поэтому монета интересная. Она выпускалась как в серебре, в золоте, с различными вставками. Много очень экспериментировали. У нее несколько разновидностей. Больше поля, меньше поля. Но для новичка эта вся информация не нужна. Эта монета уже стоит денег. Поэтому, пожалуйста, видите номер вайбера, присылайте. Я с удовольствием вам отвечу. Помогу продать, куплю. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Делитесь данным видео, а Лавка Удовольствий будет выпускать для вас еще больше интересного контента. Увидимся! Саня, 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 Саня.